Уралисан. Инструкция по применению лекарственного препарата. Владелец регистрационного удостоверения Галич Фарм, АО Украина, код ATX G04BC. Активное вещество, лекарственная форма. Уралисан. Форма выпуска, упаковка и состав препарата Уралисан. Капли для приема внутрь от зеленовато-коричневого до коричневого цвета, с характерным запахом мяты. 100 мл масла пихты 6, 76 г масла мяты перечной 1, 69 г масла касторовое 9, 295 г жидкий. Экстракт семян моркови дикой 19, 435 г жидкий. Экстракт шишек хмеля 27, 88 г жидкий. Экстракт травы душицы. Обыкновенной 19, 295 г. Вспомогательные вещества, натрия идитат, трилон Б, 4 мг. 25 мл, флакон капельницы темного стекла, 1, в комплекте с пробкой капельницы, пачки. 25 мл, флакон капельницы темного стекла, 1, пачки. Клиника фармакологическая группа. Фитопрепарат с диуретическим, желчегонным, литолитическим и спазмолитическим действием, фармакотерапевтическая группа. Спазмолитическое средство растительного происхождения, фармакологическое действие. Фитопрепарат комбинированного состава. Оказывает спазмолитическое, противовоспалительное, противомикробное действие, усиливает желчеобразование и желчевыделение, повышает диурез, изменяет pH мочи в кислую сторону, увеличивает выделение мочевины и хлоридов. Показания к применению: мочекаменная болезнь, пиелонефрит, желчнокаменная болезнь, холецистит, дискинезия желчевыводящих путей по гиперкинетическому типу. Способ применения и дозы: препарат следует принимать внутрь по 8-10 капель на кусочки сахара 3 раза в сутки до еды. Длительность курса лечения зависит от тяжести заболевания и составляет от 5 до 30 дней. При почечных и печеночных коликах разовая доза может быть повышена до 15-20 капель. Увеличение разовой дозы, длительности и проведение повторного курса лечения возможно только по рекомендации врача. Противопоказания к применению: изжога, тошнота, диарея, возраст до 18 лет, повышенная чувствительность к компонентам препарата. С осторожностью следует применять препарат при заболеваниях печени, алкоголизме, черепно-мозговой травме, заболеваниях головного мозга. Применение у детей противопоказан в детском и подростковом возрасте до 18 лет. Особые указания. Не следует применять препарат Уралисан, если диаметр камней в почках превышает 3 мм. Препарат содержит 60% этилового спирта. В максимальной разовой дозе препарата содержание этилового спирта составляет 0,6 мл. В максимальной суточной дозе препарата содержание этилового спирта составляет 1,8 мл. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами при приеме в рекомендуемых дозах препарат не оказывает. Влияние на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций. Лекарственное взаимодействие. Взаимодействие с другими лекарственными средствами неизвестно.